привет, друзья! Мы снова на том же месте. Опять приехали посмотреть, проверить, есть ли тут еще карасик вечерком. Воды столько же. И карась, кстати, присутствует. И нам за полчаса на флэт поймала 3 таких кабанчика. О, какой карась! Смотрите. Такой грамм по 500. Ну, нормальный вообще. Именно она. Я рядом бросаю. У меня пока еще нету. Так, даже не собирались ничего снимать. Просто выехать, порыбачить, проверить. Девчонки где-то там улетели. Для них счастье сегодня. Вывезли их к воде. Погодка суперовская. Чайки летают. Да, сегодня как бы воды много, но течения не очень. Посмотрим, как будет дальше. Ну, надеюсь, на ночь мы уже не останемся. Нет. До темноты часика 2-3. Да и хорошо. Просто отдохнуть поехали. Да? Это большое? У нас сюда прийти что-то большое. Так, ничего. Вот это ты его за этот. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. За перо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да где ты там? Опа! Вот это мы его ловили. Глянь какой. Солнце, это чисто для камеры. Смотрите, как он зацепился. Ну какой карасявец. Видишь как? Смотри, вот они какие. Карасевичи. Ну, поздравляю. Класс. Глянь какой. Вот моя рука. О, смотрите какой карасяра. Ого. Ну все. Огонь. Ничего себе. О, девки пришли. Джесси, передай привет. Да, заплавник я его. Ну вот это он у тебя там цеплялся. Класс. Вот, друзья, не взяли камеры, точно, что рыба на камеру не клюет. Ну, не снять такого карасевича, это как бы уже грех. Смотрите, какие. На кукурузу. Прицепил кукурузу большую, отсечь мелочи. Вот такие карасики. Как я говорю, тут это жара пошла. Пытаемся обдурить карася. Уже экспериментируем разные. И кукурузу с белым червем, и с красным. И проклевку. Есть. Есть шанс опять остаться до утра, но не будет. Надо. Получаем удовольствие. Карасик такой вообще сегодня крупнее намного, чем в прошлый раз был. Может, килограммовый приплыл. Вот, друзья, приплыла к нам рыба-игла маленькая. 100 лет ее не видел. Зацепилась за кормушку. Сейчас мы ее выпустим. Пускай плывет. Вот такой карасяра клюнул. Красивый. Кукуруза с опарышем. Какой-то так интересный микс такой. Ну, клюнул. И вот в коллекцию пойдет. Супер. Рыбалочка супер сегодня. крабы набегались. Да. Так, сюда полтонны песка. Вот. Вот. Вода это просто. Сейчас уже домой загоняют. Угу. А мы туда посветили. Пора домой. Смотри, сколько воды. Сбрасывай, смотри. Насколько резко вес. Опять сбрасывай. Резко сбрасывай. Вейти, ты куда побежала? Там еще воды полно. Сейчас. Джейси, а ты куда? Ох, что-то звонит. Потянула воду. Ой, как потянула резко. Сейчас. Где наши кусты? А ну посвети на кусты. Кусты лягли. Да. Что такого не было, чтобы здесь вода была. Мокро. Ну вот и закончилась наша экспресс-рыбалочка. Наловили нормально карасика. Даже не ожидали. Сегодня карась был вообще зачетный. Мелкого там было, парашютик выпустили, устри не было. Один синец, почему-то один у нас стандарт приплыл. Вот сейчас вам покажу, какие сегодня карасяры были. О! Тут был прыгать. Тихо, 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 тихо. Самый большой остался в садке. Иди сюда. Зацепился. Ох, какой. Ого. Все имеет дело. Ладно, я не буду его выпутывать, порву. Вот, смотрите. Ну, так нормально. Поймали. Положи обратно в садок сейчас. Воду выпутывать. Я их назад складываю, потому что воды много, упрыгают сейчас. Ну, вот такие карасики нормальные, вообще зачетные. Вот тут вообще кабанчик. Кабан. Вообще огонь. Ну, такие чуть поменьше, но мелких особо не было. Вот такие. Все крупненькие. Кабанечки. Ну и синец сюда. Странно. В этом году синец сюда зашел. Вот какие. Этот мелкий, может его выпустить, смотри. Да, мелкого, да. Все, ну этому повезло, этот пойдет за бабушкой, за дедушкой. Пуль, когда он затасовался. Все, смотрите наш канал, ставьте лайки, кому понравилось. Пока-пока, до новых встреч. Все. До новых встреч. Девки уже домой хотят, все. Устали, упались, нагулялись, мокрые. Все, пейте, пейте.